Уже сегодня можно присоединиться к фестивалю православной молодежи «Керигмафест 4» в Петербурге, который пройдет с 12 по 14 мая на базе отдыха у Финского залива. Это фестиваль активной православной молодежи со всех приходов Санкт-Петербурга и гостей северо-западного региона. На фестивале вы будете прокачивать себя и свои молодежки, учиться новому, работать в команде, придумывать проекты для клубов, разбирать важные темы для развития молодежек, знакомиться и заводить друзей, играть, дискутировать, гулять и совместно творить, одухотворяться, вместе молиться, читать Евангелие, служить литургию, петь и ходить крестным ходом, общаться с батюшками, вместе со всеми петь на творческом вечере, заниматься зарядкой и наслаждаться красотами залива. Количество мест ограничено до 100. Регистрация обязательна.